Дорогие друзья, я Майк Сусан. Записывать музыку и вокал с высоким качеством дома – вполне реально. Многие музыканты уверены, что для записи музыки и вокала студийного качества требуется большое количество дорогостоящего оборудования. Сегодня это миф. Для записи высококачественной музыки достаточно иметь обычный ноутбук с мышкой, хорошие наушники и недорогую MIDI-клавиатуру. Все остальное сделают виртуальные инструменты и программы в вашем ноутбуке, разумеется, с вашим участием. Виртуальные инструменты сегодня умеют играть неотличимо от живых. В ноутбуке вы можете иметь огромное количество прекрасных инструментов, оркестров, которые позволят вам записывать с высоким качеством любую музыку. Симфоническую, джаз, рок, техно, этно, фолк и так далее. Любую. Можно записывать даже без MIDI-клавиатуры, одной мышкой. Музыку, которую я записал только мышкой, вы можете послушать, перейдя по ссылкам внизу. Смотрите мой ролик «Запись живой музыки без музыкантов на ноутбуке. Человек-оркестр». Для записи вокала или живого инструмента, например гитары, можно использовать качественный диктофон, наушники, микронаушники и MP3-плеер. Если у вас есть небольшая кладовка с минимумом шумов и гулкости, записывать лучше в ней. Для подавления шумов от взрывных согласных, например П, Б, пользуйтесь поп-фильтром, или расположите диктофон сбоку. Фонограмму даем с MP3-плеера через микронаушники, а живой звук контролируем с диктофона на больших наушниках, которые надеваем поверх микронаушников. Записанный живой звук переносим в ноутбук и добавляем его в виртуальный аккомпанемент. Подробнее я рассказываю об этом в ролике «Запись вокала в домашней студии». Для дополнительной обработки записи можно использовать какой-нибудь звуковой редактор, например, SoundForge Pro 10. Моя жена любезно согласилась поучаствовать в этом ролике, не являясь профессиональной певицей и не обладая музыкальной грамотой. Вот несколько примеров записи ее пения, записанных дома. Все инструменты виртуальные. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если понравилось. Я постараюсь быть полезным. До следующих встреч. С вами был Майк Сусан. Спасибо за внимание.